Всем привет! И сейчас я вам покажу свои приобретения. Вот в первой части будет клея, которая вышла. Я показала, вот она, я их пролила, чтобы они напитались водой, потому что они уже теряют тургор и такие уже изнеможенные. Все вот такой вот цветочек, конечно же, жалко очень, что цветонос вот, ну, он или обломался где-то, или пересох, но цветы очень-очень-очень красивые. Мне нравится, я поэтому взяла. Я не переживаю, потому что это я покупала по оценке. Поэтому я знала, что они будут не товарный вид. Поэтому я эти цветоносы обрежу, чтобы они не тянули сок с орхидей. А с боковых почек, может, даст мне еще и цветоносы. А также такой вот попугайчика, очень хотела себе такой цвет. А единственное, что меня разочаровало, это очень маленькие мелкие цветочки. На видео они, на фото они были, выглядели очень такие довольно-таки крупные, но оказались мелковатые. Ну, я думаю, надеюсь, что они будут цвести густо и затмят этот пробел мелких цветков. А вот корневая вроде бы, ведь здесь есть и сухие, есть и, ну, корни живые, вроде бы неплохая. Неплохо. С букашек пока ничего такого я не вижу, но я обязательно их пересажу, и пересажу я их, буду обрабатывать от всяких букашек, мучнистого червяца и всего подобного. А вот, вот такие вот две перед Новым годом, такие две красавицы. Кстати, у нас все растаяло и идет снег. Вот. И приближающий Новый год. Всех поздравляю с этим праздником, с переходом в Новый год. И желаю вам всего хорошего, счастья, здоровья, всем благословений, всем начинаний каких-то новых, движения нового в новом году. Всем всего хорошего.